Итак, всем привет, меня зовут Никита, и это мой первый видеоурок о том, как скачать карты для Minecraft. Итак, у меня сейчас версия Minecraft 1.4.7, но у меня была версия Minecraft 1.4.5, и я не знаю почему, но у меня не получалось скачивать карты для Minecraft. В общем, я делал все как надо, но у меня почему-то не получалось. И вот, я сегодня скачал другую версию Майнкрафта, самую последнюю. Не знаю, зависит ли это от версии или нет, но, в общем, у меня все получилось. Я, не создавая никаких там своих миров, я сразу скачал мир, вот, ну, карту, и, в общем, все получилось. Итак, приступим к делу. Итак, мы заходим в интернет. И сейчас я зайду на сайт, с которого можно как раз таки скачать эту карту. Сайт у меня добавлен в закладки, но я сейчас скажу, как он называется, и в описании под видео будет этот сайт. Итак, сайт называется minecraft-mods.ru на английском. Итак, вот собственно этот сайт. Сайт очень хороший, здесь тоже можно скачать Minecraft, если у вас его нету. Здесь я его и скачивал, вот. Скачиваем тут. Итак, здесь есть, в общем, моды, карты, в общем, много чего здесь есть. Ну, сейчас нажимаем на карты. Итак, и вот это вот все, это разные карты. Вот, их очень много. Вот, их больше 296 карт. Но я сейчас нажму на любую. Вот. Вот, скриншот даже есть. Итак, и вот нажимаем сюда, вот, скачать с сайта. И вот написан сайт. Вот, нажимаете и скачивайте. Так, скачиваться будет в WinRAR'е. Вот он, WinRAR мой. У кого нет, советую скачать. Итак, вот я захожу, и вот карта. Это не та карта, которую я сейчас показывал. Я ее, ну, не скачал, а просто показал, в общем, где, как эти карты выглядят, как их скачать. Вот, в общем, у вас здесь вот будут карты. Вот. И вы нажимаете, и, в общем, вот, вот эту папочку вы перекидываете на рабочий стол. Вот, перекинули. Можно закрыть. Так, теперь мы нажимаем пуск. И вот здесь в нижнем окошке, там, где написано «Найти программы и файлы», пишите процент и английскими буквами. А, ПП, 2П, дата. И опять процент. Нажимаете Enter. И вот, у вас появляется куча файлов, куча папок. И вы нажимаете именно на ту папку, где написано «Точка Minecraft». Вот, открывайте. И вот здесь разные папки. Итак, чтобы в Майнкрафте появилась карта, нужно, чтобы эта карта была в папке «Saves». Вот, я нажимаю на папку «Saves», и у меня здесь две карты. Но изначально эта папка была у меня пуста, у меня там ничего не было. Итак, вот эта папка. Вот, и повторяю, именно папку вы перекидываете в папку Saves. Не какой-то отдельный файл, а именно всю папку перекидываете в папку Saves. Вот, и открываете. И вот, кстати, вот это вот и есть вот тут карта. И, собственно, все. Теперь мы проверяем. Итак, и вот эта карта. Я вот, кстати, вот эти вот две карты, которые были у меня в папке Saves. Вот я загружаю карту. И вот. Вот моя карта. Прекрасный город. Вот. Ну, в общем, это все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока.